По сегодняшней игре скажу, наши парни очень сильно старались, работали профессионально и качественно. Поэтому результат такой радостный для нашей команды. Поздравляю наших болельщиков, команду с победой. Команду соперников с победой. Я думаю, что мы сегодня не подготовились к игре. Могу взять ответственность на себя. Скорее всего, где-то притупилась опасность, наверное, что 8 побед нам вскружили голову. Плюс дорога тяжелая, может быть. Будем разбираться. Спасибо, болельщикам, за такую посещаемость, но мы, к сожалению, сегодня провалили игру.